Подсчитана сумма, которую удалось собрать в ходе городского благотворительного марафона «Ты нам нужен». Полученная цифра удивила даже организаторов. 5 миллионов 716 тысяч. Больше, чем в прошлом году, на 1,5 миллиона. Изначально планировалось оказать помощь 30 инвалидам. Сейчас, когда итоги подведены, можно с уверенностью сказать, что деньги на лечение и реабилитацию получат 60 детей. В этом году марафон получился особенным, отмечают организаторы. Оказалось, что в городе очень много неравнодушных и щедрых людей. День города мы будем проводить 25 мая под девизом «Иваново — город добра». Поэтому я думаю, что такие марафоны, они рождают действительно в городе добро. И чем больше проводим мы таких мероприятий, тем добрее становятся наши жители.